пятой серии сериала «5 минут тишины. Сибирские морозы». Грек и Юлия выезжают дежурной командой на зимние ралли. В зоне старта Грек замечает неисправный генератор, из которого подтекает топливо. Несмотря на его запрет, продавщица использует генератор, что приводит к мощному взрыву. Тем временем экипаж «Молнии», состоящий из переживающих кризис супругов, сходит с трассы, а затем слетает с обрыва. Штурман получает серьезные травмы. Спасателям предстоит найти гонщика. Гиреев арестован за проникновение в офис Мусоргского. Он попадает в СИЗО, где кроме Балашова сидит давний враг отряда «Рамзес». Бандит намекает, что послал своего человека разобраться с Викой. Мусоргский занимает место Зои. Аверина признается Греку, что специально втерлась в доверие к Мусоргскому, чтобы его разоблачить. Посмотреть очередную серию вы сможете 14 октября.